Сегодня мы поговорим о программе Кереш. Кереш доктор. Значит, я эту программу взял пару лет назад. Было очень недорого, и я сразу взял ее, по-моему, там на 3 года, что ли, я уж не помню. Вот. У этой программы есть, значит, очень такие вот хорошие свойства. Ну, свойство номер один. Она полностью проверяет установленное программное обеспечение. И вот тут куча чего всего там она делает. Вот у нее главная менюшка. Она делает полностью сканируя всего. Если там вы увидите какие-нибудь там галочки, нажимаете на них, она все это дело подправляет. Делает очень подробно и детальное сканирование. И в ней есть также одна вот интересная функция. Это вот Tools. И в ней имеется вот System Restore. То есть восстановление системы. Вот у меня уже создано, значит, восстановление системы. Я там вчера делал, сегодня несколько раз. Вот она сразу пишет, когда она создала точку восстановления, и вам нужно до нее, как говорится, добраться. У меня, значит, вот была такая вот небольшая дискуссия с автором по поводу чего. Значит, я написал как-то, Кереш, у меня там был вопрос по поводу, значит, языка, что в некоторых окошках сообщения у меня появлялись не на русском языке, а в виде кракозябров. И мне довольно-таки подробно, значит, из Кереша вот ответили, что, значит, вот так вот там нужно делать, вот так вот. Ну, я пошел проще, я просто переставил программу на английский язык, да и все. И все у меня это дело исчезло. А вот мысль о том, что я ведь восстанавливался с Кереша, и делал я очень это хитро, но у меня, значит, на флешке был записан образ винды. Я стартовал установку винды. И перед тем, как начать установку, там в левом нижнем углу было, значит, там, типа, исправить там технические там проблемы, ну, что-то такое. Я нажимал туда, и там, значит, шел и искал, находил, значит, вот этот точки входа. И через них, значит, я при помощи Кереша с этих точек входа я восстанавливался. И поэтому я и написал техническому администратору, что вот было бы неплохо у Кереша иметь свою такую вот флешку, которая помогала бы вот в таком деле. То есть установил ты винду, поставил на нее Кереш, при помощи Кереша сделал точки восстановления, и при помощи Кереша сделал, значит, флешку, на которую всегда
при помощи которой всегда можно, допустим, стартовать и восстановить свою винду. Вот идея была такова. Вот. Ну, пока, значит, вот мне ответили, что стандартными точками восстановления Windows пользуются, но, тем не менее, вот идею я такую вот им заронил. Вот. Потому что прога хорошая, сканировать очень хорошо, места, как говорится, много не занимает, и плюс вот у нее имеется такая вот замечательная функция восстановления. Вот здесь я, как говорится, могу ваше внимание и привлечь вот к такой программульке, к самому, допустим, Киришу. То есть все довольно-таки нормально. Вот они дают даже вот свой адрес. А это, значит, я могу им ну, вот веб-сайт. Вот продукция, значит, Кереша. Значит, здесь, значит, вы сможете посмотреть о нем все самое необходимое. Он работает вот и на XP, и на семерке, и на восьмерке, и на десятке, и на одиннадцатой. Вот. 17 лет они находятся на рынке. И, значит, вот объясняет там, почему и так далее. То есть все довольно подробно. По-моему, информация вот о продукте. Ценами я, правда, сейчас уже точно вам не скажу. Не интересовался. Кому нужно будет, позвоните там, спросите и так далее. Просто очень можно, значит, там и загрузить там месяц там пользоваться преимуществами и так далее. Вот. Ну, довольно-таки детальная, значит, информация о продукте. Вот. Купите. Ну вот. Значит, ну, сейчас он подорожал. На 3 года, значит, тут 23 фунта это дело стоит. А в рублях я еще года 2 или 3 назад было. Ну, это было совсем немного. И все получилось, и нормально. Вот. Ну, думаю, что если вы будете покупать дело в рублях, ну, у вас и будет там рублей там 300-500, ну, по-моему, не больше. Вот. Поэтому, значит, о программе, ну, могу сказать, что делаю, как говорится, Киришу, скажем, свою пользовательскую рекламу. Вот. Единственное, значит, от них я чего жду, это чтобы они создали программу для записи Киреша на флешку, и чтобы на нее можно было скинуть несколько контрольных точек из System Restore. Вот. Это было бы просто замечательно. Так что я вот Киришу желаю всего самого доброго, процветания и всяческих успехов.
Ну, желаю вам самим всего доброго и также до новых встреч.